в общем, что, едем, сейчас 13 июля 2018 года, 3 часа и почти 45 минут, в общем, мы возвращаемся в МФЦ, отдала я сегодня документы на мой новый паспорт, ну, фотографию, я решила фотографию, чтобы та, которая была на моем том паспорте, потому что я слишком много информации, там, это имя, и отчество, и фамилию меняю, вот, но и та женщина при этом, когда там, в общем, спросила, что мы хотим, в общем, сказала, что нужны новые фотографии, свежие, ну, в общем, как-то я решила, в общем, сдать, в общем, я, конечно, отдала, потом мне перезвонила та женщина, которая принимала у меня документы, вот, на мой паспорт, и сказала, что иначе МВД вернет, потому что фотографии вы делали в прошлом году, вы могли измениться, год прошел. В общем, короче, до 8 часов вечера. Вот это МФЦ, везем им фотографии. Сейчас прям я такая без макияжа. Вот немножко губы, немножко глаза. В общем, сделали, заехали фотографию. Сделала я на паспорт фотографию. В общем, везем. Везем им фотографию, потому что сказали, что нужна свежая, новая. Прямо сейчас, как вы выглядите. В общем, вот так. Ну что, раз им нужна новая, сделала я новую фотографию. Где тут фотография? Ну, я уже вам тут это засняла, показала. Сейчас еще раз. В общем, ну, фотографию я вам покажу. В общем, вот так. Пожалуйста, только что сделали, тогда можно мне те, вы мне возвратите те две, да? А я вам новую. Простите, здорово изменились. Ну не знаю, как вы считаете, я здорово изменилась? В общем, на самом деле, ну, такие правила, ну, хорошо. Угу. Хорошо, все, да? Спасибо большое. Ну, там я подписала, да?